Генеральная прокуратура Казахстана санкции суда арестовала бывшего управляющего директора РБК банка Асылбека Гильмана. Он подозревается в хищении денег банка через оформление незаконного кредита в размере 850 миллионов тенге в сговоре с экс-советником председателя совета директоров банка Жомартом Ертаевым. Как уточнили в надзорном органе, и Гильману удалось получить деньги в 2013 году, представив залог депозитный счет на 15 тысяч тенге. Похищенные средства распределены между топ-менеджментом и работниками банка в виде бонусов. На свою долю Гильманов построил дом в престижном районе Алматы стоимостью 288 миллионов тенге. Сейчас на жилье наложен арест. По информации Генпрокуратуры, ранее арестованы 4 топ-менеджера банка: Данияр Тугунбай, Данияр Идигенев, Руслан Батурбаев и Бахыт Ибрагим.